Asylum представляет. Лос-Анджелес, Калифорния. Разрушенный Лос-Анджелес приходит в себя после землетрясения Сан-Андреас. Сильнейшее землетрясение силой 12,7 баллов по шкале Рихтера унесло очень много жизней. Военные разбирают завалы. В ролях Джозеф Майкл Харрис, Кристи Николс, Лиз Феннинг и Глен Беггерли. Оператор Нейтан Тибоун Грегори. Композиторы Крис Риденхаур и Кристофер Кано. Монтаж Джон Канделик. Авторы сценария Райан Эберт и Джофф Мид. Продюсер Дэвид Майкл Лэтт. Режиссер H.M. Кокли. Беркли, Калифорния. Привет. Привет. Спасибо. Дозвонился до дочери? Да. Да, ее перевели в Лос-Анджелес. Помогать при эвакуации. Она прирожденный боец и помощник. Ты ей гордишься? Да, да, горжусь, но я хотел бы для нее жизни поспокойнее. Она подарок для армии. Точно. Но сейчас Лос-Анджелес в руинах, а она в эпицентре. Это у нее в крови, ее отец. Когда-то любил пощекотать себе нервы. Это было давно. Яблоко от яблони недалеко падает. Похоже. Не то чтобы мне нравилось, но я рад, что сейчас Лос-Анджелес наконец-то начали расчищать. Там сплошные руины. Ну что? Данные ждут нашего анализа в офисе. Вернер. Да. Я хотела сказать... Бежим, Кристин. Вернемся в центр. Бежим! Сан-Андреас. Мега-землетрясение. Может, афтершок, доктор Вернер? Вряд ли, Дрю. Беркли далеко на севере. Значит, форшок? Лос-Анджелес уже пережил один. Столько энергии не накопить так быстро. Попробуем выяснить, что происходит. Энергия от землетрясения увеличила разлом. Теперь он пересекает всю Калифорнию. Новое землетрясение у Сан-Хосе. Что это? Тревога. Сейсмоволны прямо под поверхностью. Таких я еще не видел. Поверхностные волны накроют весь штат. Нужно найти эпицентр. Проверим корреляцию между глубиной и радиовыходом. С первым ударом в Беркли я анализировал данные. Все землетрясения совсем не глубокие. Они бьют вверх и вниз по разлому с огромной силой. Неглубокие землетрясения по линии разлома ведут к огромным разрушениям. Они будут иметь катастрофические последствия. С такой скоростью линия разлома быстро разрушится. Все, что к востоку, в безопасности. Почва поглотит часть энергии. А к западу? Все уйдет под воду, в Тихий океан. Верно. При такой силе землетрясений это вопрос времени. Дрю. Предупреди власти. Пусть эвакуируют всех на западе от линии. Бегу.
Ты знаешь, кого позвать? Нет. Она нам не нужна. Нет. Нет, я... Мы сами справимся. Я знаю, что она тебя бросила. Это неприятно. Но только она знает этот разлом вдоль и поперек. Нужно спасти Калифорнию. Ради этого мы и работаем, верно? Звони, Вернер. Давай. Я куплю ей билеты. Сиэтл, Вашингтон. Алло? Привет, Дебора. Это... Ян, привет. Все хорошо? Да. Да, а у тебя? Порядок. Звонила Ингрид? Нет, но я на телефоне. Я волнуюсь, она должна была уехать. Да. Позвоню, если что-то узнаю. Дебора, послушай. Мы засекли неглубокие землетрясения вдоль разлома Сан-Андреас. На какой глубине? Такой небольшой еще не видели. Деб? Что я могу сделать? Прости, но... Нужна помощь с сейсмической пушкой. Если сможем триангулировать центр землетрясений... то остановим их волнами твоей пушки. Ян, это ты позволил Министерству обороны превратить ее в оружие. Не хочу отвечать, если что-то пойдет не так. Нет. Если ничего не сделаем, землетрясение продолжит усиливаться. Возможно, нас ждет мега-землетрясение. Верно. Дай мне минуту. Послушай, Дебора, клянусь, я не знал, что они собирались сделать с твоим устройством. Но у нас есть уникальная возможность смягчить последствия землетрясения. С твоей помощью, Деб, мы вернем пушку в ее первоначальный вид, спасем жизни и предупредим катастрофические разрушения в целом штате. Прошу, Деб, ты нужна Калифорнии. Ты нужна Ингрид. Ты нужна мне. Дай хотя бы время добраться до Калифорнии. Да. Мои люди берут тебе билет в Рино. Оттуда прилетишь сюда на вертолете. Я могу доставить тебя за 3 часа. Ладно, Ян, я согласна. Согласна. Включи маячок на телефоне, я отправлю координаты нашим. Я знала, что за телефоном будут следить. Радуйся, что у меня нет доступа к памяти. До скорого. Деб? Да. Спасибо. Я рада помочь. Я дозвонился до доктора Франклин. Она выезжает. Связаться с Министерством обороны? Да. Нужно ввести их в курс дела. Звоню. Думаешь, они отдадут свое новое оружие, чтобы его переделали? Придется. На кону жизни людей. Только пушка сможет остановить землетрясение. Без нее Западная Калифорния утонет. И потом... Это наша разработка. Надеюсь, они услышат. Дебора Франклин! Да! Пилот Билл Робертс! Прошу на борт! Следуйте за мной! Осторожно! Пристегните ремни!
Похоже на военный вертолет. Вы служите? В отставке. Что это? Аварийный тормоз? Нет. Не волнуйтесь, вы в надежных руках. Ян, взгляни-ка на это. Выводи. Ян! Это оно? Мы опоздали? Нет, это фуршоки! Но они постепенно усиливаются! С таким темпом остается менее 12 часов до мегаземлетрясения. Деб. Олимпийский национальный парк, Вашингтон. 11 часов до мегаземлетрясения. Центр управления полетами! Получен отчет о сейсмической активности в зоне посадки. Действуйте осторожно. 10-4! Я готов! Сейчас упадем! Держитесь за что-нибудь! Все в порядке? Ты цела? Хорошо. Дрю? Да. Алло? Вертолет упал на Орлиной горе. Что? Найди гипоцентр землетрясения. Это поможет нам их остановить. Прости. Лос-Анджелес, Калифорния. 9 часов до мегаземлетрясения. Папа? Ингрид? Да, папа, это я. Где ты? Ты эвакуировалась? Нет. Нет, я в Лос-Анджелесе. Ты цела? Да. Откуда ты звонишь, если ты на службе? Миссия провалилась, пап. Осталась только я. Случайно нашла телефон. Пыталась позвонить командиру, но он не отвечает. Наверное, ушли без меня. Пап, хотела позвонить в последний раз, если... Нет, нет, нет. Не говори так, родная. Уходи как можно дальше от Лос-Анджелеса. Там небезопасно. Срочно, малыш. Если уйдешь сейчас, встретишь других военных. Да. Ты, наверное, прав. Помогите! С тобой кто-то есть? Пап, мне пора. Кто-то зовет на помощь. Нет, Ингрид, уходи срочно. Пап, я согласилась на эту миссию, чтобы помогать людям. Этим я и займусь. Мне пора. Хорошо, только береги себя. Все станет хуже, прежде чем станет лучше. Уходи как можно скорее и иди на восток. Ладно. Позвоню, как смогу. Отлично. Я люблю тебя. И я тебя.
Деп! Деп! Вернер. Деп, слава богу. Ты цела? Да, думаю, да. Я не знаю, где пилот. Может, он погиб. Где ты? Мы упали к северо-востоку от места посадки. Северо-восток. Кажется, я вас вижу. Держись, я сейчас. Господи, не двигайтесь. Не надо. Слишком тяжело. Спасайтесь. Мэм, я служил на спасательном вертолете и много раз видел такие раны. Я буду лежать здесь и наслаждаться видом, пока вас не заберут. Пока нас не заберут. Не позволю одному приземлению убить вас. Спасибо. Мне бы сейчас вашу уверенность. Стойте. Завершите то, ради чего прилетели. Хорошо. Деп! Господи! Ты цела? Отделалась легким испугом. Все в порядке. Господи! Боже! Идем скорее, пока дороги целы. Нельзя оставлять. Нет, нет. Нельзя его бросить. Твоя сумка? Да. Да? Поехали, давай. Компьютер. Нет. Что с ногой? Упал с велосипеда, потом расскажу. Боже. Поехали. Да. Господи, он же... Он... Деп, мне жаль. Но я... Ты не можешь помочь, ясно? Он знал риски своей работы. Никто такого не ждал, Вернер. Мы отправили человека на смерть. Погибнет еще больше, если мы не доставим тебя в центр и не остановим землетрясение. Он же умрет. Он бы хотел, чтобы ты доехала и предотвратила надвигающуюся катастрофу. Понимаешь? Тогда его смерть не будет напрасной. Ладно. Да? Ты прав. Взяла компьютер? Да. Беркли, Калифорния. 7 часов до мега-землетрясения. Ты как? Чертовски трудное утро, скажу тебе. Вот. Держи. Что? У тебя кровь. Из носа? Да. Чисто? На губе. На губе? Да. А сейчас? На губе, еще чуть-чуть. Все. Спасибо. Вот с чем мы столкнулись. Ладно. Ого, ого. Я поняла, о чем ты. Такое сильное увеличение разлома. Мы были правы? Это землетрясение может разрушить все к западу от разлома? Да. Дебора, все совсем плохо? Да. Вообще, знаешь, не уверена, что пушка это остановит. Я так и знал.
Держись, держись! Все в порядке? Да, да, да. Порядок, да. Так, если то, что я вижу, правда, а это правда, то весь Калифорнийский берег уйдет в океан за считанные часы, согласно данным. Мой коллега говорил тоже. Надеялся, что он ошибся. Но нет. Жми, 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 жми! Жми! Пять часов до мега-землетрясения. Деп. Деп, ты как? После падения вертолета и автомобильной аварии отлично. Ничего, ничего, ничего. А как машина? Вроде нормально. Не царапины. Слава Богу. Ты с ней говорил? Да. Мы говорили совсем недавно. Все хорошо. Ладно. Она еще в Лос-Анджелесе? Да. Выполняет приказ. Думаю, ей нравится дисциплина. Потому что дома ее не было. Смешно. Ответьте! Есть кто-нибудь? Есть кто? Кто-нибудь? Вы слышите? Здесь есть кто-нибудь? Вы слышите? Ответьте! Я здесь. Вы меня слышите? Да. Я из армии США. Вам нужна помощь? Да, я застряла на четвертом этаже. Двери не открываются. Как вас зовут? Сейди. Сейди. Я попробую вас вытащить. Спасибо. Огромное спасибо. Не переживайте. Я ищу способ подняться. Мы выйдем отсюда. Ян, все хорошо? Да, да, да. Дрю, Кристин, это доктор Франклин, эксперт-сейсмолог. И вулканолог. К счастью, до этого не дошло. Надеюсь, не дойдет. Привет, я Кристин. Очень приятно. Взаимно. Здравствуйте, доктор. Много слышал о вас. Надеюсь, хорошее? Да, мэм. Фаршоки усилились. Два застало нас в дороге. До 5,5. И рост устойчивый. Хорошо. Дрю, есть новости? Где мы расположим пушку? Уже нашли гипоцентр?
Уточняем координаты. Волны сильные и быстрые, это затрудняет поиск медианы. Есть способ провести триангуляцию быстрее. Нужно срочно зарядить пушку. С каждой секундой Калифорния ближе к разрушению. С такой интенсивностью фаршоков и скоростью волн нам повезет, если компьютер найдет паттерн. Я могу помочь. Посмотри. Стой. Что ты делаешь? С твоей программой и моим алгоритмом отслеживания потока магмы под земной корой можно использовать помехи текучей магмы, а не непредсказуемые быстрые S-волны. Потрясающе. Долго устанавливать? Недолго. Сейчас будет готово. Подключай. Как ты мог упустить такую женщину? Сосредоточься на спасении Калифорнии. Так, что с картой? Черт! Эй! Сейди! Я здесь! Что случилось? Программа пропала с компьютера. Чем дольше мы возимся, тем меньше времени на поиск центра. Под угрозой вся Западная Калифорния. От твоего крика она не будет работать быстрее, Ян. Прости, Дебора. Так, вот она. Готова, только перезагружусь. Слава богу. Это надолго? Пары минут, и все. Господи, компьютер! Без него мы не найдем центр! Дрю! 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 Боже! О, Боже! Дрю! 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 Эй! Слава богу, цел. Живой? Давай, ты как? Порядок. Ну, вставай. Вот так. Порядок? Ничего, ничего. Ты цел? Нет, нет, не очень. Кристин, отведи его в комнату отдыха. Полежи, приятель, отдышись. Ты нам нужен. Пойдем, осторожно. Вот так. Прекрасно, монитор сломан. Ладно, найдем центр и сразу сообщим Министерству обороны. Уверена, что твоя пушка сработает. Сможем остановить мегаземлетрясение? Я ее создала, она сработает. Не хами военным, когда они придут. Если не будут мне мешать, я буду предельно вежлива. Почему я не верю? Слушай, это они отняли средство спасения и превратили его в оружие. Дэб, они его не использовали, они дали слово. Пока. Дэб, я понимаю твои чувства. Что ты понимаешь? Я хотела спасти жизни, а они уничтожают целые страны. И ты говоришь, ты меня понимаешь? Я принял решение. Благодаря их деньгам твоя машина заработала. Ты думаешь, что они используют ее во благо? Дурак. Да, знаешь что? Я жалею об этом решении каждый день. И не виню тебя, что ушла. Так скажи это, Ингрид. Ты приняла свое решение, и я свое. Она поймет. Если мы выживем. Дэб, военные на нашей стороне, они хотят спасти людей, как и мы. Понимаешь? Ладно. Военные уже едут. Калифорнийцев эвакуируют. Зачем ты встал? Тебе сегодня повезло. Обошелся без серьезных ранений. Это меня не остановит, мэм. Калифорния – мой дом.
Мы спасем ее. Лучше сядь, Дрю. Твой поступок был глупым, хотя бесспорно героическим. Либо я, либо Калифорния. Что ж, тогда найдем центр и спасем Калифорнию. Лос-Анджелес, Калифорния. 6 часов до мега-землетрясения. Вы живы? Да. Хорошо. Я услышала грохот. Думала, вы погибли. Нет. Нет. Я пришла, чтобы вам помочь. Именно это я и сделаю. Можете сказать, что вокруг? Что вы видите? Кажется, я почти в самом центре холла. Дверь заблокирована, мне не выйти. Ясно. Посмотрим, как это выглядит отсюда. Мы вычислили центр. 36,8 север, 121,4 запад. Холлистер, Калифорния, у границы. Отлично. Да. Сколько времени до землетрясения? Сколько осталось? Примерно 6 часов. Совсем ничего. Тогда скорее, звони в штаб. Пусть везут пушку в Холлистер. Звоню. Пушка точно поможет? Да. Она сопоставляет интенсивность сейсмических волн со встречной волной. Третий закон Ньютона? Точно. Как она вычисляет интенсивность волн? Отличный вопрос. Мы поедем в центр, чтобы проанализировать ряд факторов. Глубину, интенсивность, тип почвы, и пошлем импульс, чтобы нейтрализовать землетрясение. Просто невероятно. Да, чертовски круто. Так, послушайте меня. У нас меньше 6 часов. Пошевеливаемся. Так-так, приказ о развертывании, Джай. Скоро этот хаос превратится в операцию по спасению. Простите, полковник, но вы шутите? Я видел эту штуку. Она способна только на разрушение. Не пойму, кого сейсмическая пушка может спасти. Я хорошо знаю ее разработчиков. И поверь, она создана для защиты жизни и предупреждения землетрясений. Но мы увидели в ней потенциал мощного оружия с огромной силой. Слава богу, из нее не стреляли, иначе началась бы Третья мировая. Куда летим, сэр? Холлистер, Калифорния. 38,6 север, 121,4 запад. Зажжем, сержант. Есть, сэр. Готовы? Военные ждут в Холлистере. Отлично. А мы как? Вызовешь вертолет? Пытался, но все на эвакуации. Ни один вертолет не успеет долететь. Надеюсь, ты заправил машину. Ладно. Ехать 1,5 часа, пора спасать жизни. Это же самое сейсмоустойчивое здание в штате Калифорния. Всем в укрытие! Шесть с половиной баллов. Толчки быстро усиливаются. Все целы? Хорошо. Ты как? Дрю, а ты? Дебора. Дебора. Всего 4 часа.
Ты о чем? У нас осталось всего 4 часа, а не 6. Всего 4. Что случилось? Почему? С-волны стали меньше. Они создают новые линии вдоль разлома. Они должны быть почти на поверхности. Они на поверхности. Такого никогда не было. Это плохо. Я хочу спасти Калифорнию, но, боюсь, не выдержу. Друг, нужно попытаться. Миллионы жизней на кону. Выбора нет. Дрю, сообщи военным новое время. Все, погнали. Сейди! Сейди! Сейди, вы здесь? Да, да, здесь. Поняла. Вы правы, дверь заблокирована. Одна я не справлюсь, нужно что-нибудь. Посмотрите в шкафах. Что? Мы недавно делали ремонт. Может, остались инструменты в шкафах? Да, сейчас. Кажется, я видела их по дороге. Сейчас вернусь, хорошо? Да. Боже, вы целы? Да. Все хорошо. Не Эй, ты как? По сравнению с тонущим штатом, неплохо. Прости, я волнуюсь за Ингрид. Я тоже. Возьми. Меня не готовили к таким переживаниям. Понимаю. Ты с ней хотя бы говорил. На мои звонки она не отвечает. Есть время все изменить. Теперь она наверняка одумается. Не знаю, захочет ли она меня видеть, если выживем. В Калифорнии сейсмическая активность. Фаршоки или авторшоки? Фаршоки. Точно фаршоки. Но не сильные. Они слабее наших 6,5, потому что дальше. Но с течением времени, по мере нашего приближения, будут сильнее. Еще изменения? Нет. По времени у нас остается 4 часа. Пока. Постучи по дереву. Надеюсь, так и будет. Дрю, ты на связи с военными? Будут. На 15 минут раньше нас. Хорошо. Так, давай вытащим груз, ученые скоро будут. Есть, сэр. Холлистер, Калифорния. 4 часа до мегаземлетрясения. Какого черта? Чувствуешь, Джай? Да, конечно, сэр. Честная. Это сейсмическая пушка, сэр.
Смотри, Деб. Да. Это она. Наконец-то. Какие люди? Полковник Локнер, рад встрече, сэр. Взаимно, доктор. Я доктор Дебора Франклин. Это мое изобретение, вы изуродовали. Очень приятно, доктор Франклин. Да. Мы на безопасном расстоянии от эпицентра. Не хочу, чтобы птичка пострадала. Да, мы в безопасной зоне. Подожди в машине. Ладно. Поможете загрузить? Хочу увидеть ее в действии. Я тоже. О, господи! О, боже! Все живы? Да. Да, порядок. Да, мы целы. Порядок. Держитесь. Все нормально? Всем оставаться на месте. Да. Пока все в порядке. Держитесь. Подождите секунду. Сдаю назад. Не спеши, медленно. Так точно. Давай. Тихо, 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 тихо. Не получается. Выходим быстро. Ладно. Нет, нет, не трогай дверь, не трогай дверь. Вылезайте через окно. Быстро. Ладно. Кристина, я помогу. Осторожно, вылезайте. Сюда, Кристин, сюда. Я держу тебя. Дрю! Полковник, сзади не хватает веса. Слушай, сынок, здесь лишних 80 килограммов. Пойду к ним назад. Иду назад! Ждите! Есть, сэр. Нет, не через дверь. Не через дверь, не через дверь. В окно! Боже. Вперед! Держитесь, держитесь, держитесь! Ты слышал, сержант? Вперед! Есть, сэр. Держитесь! Дрю! Дрю! Посмотрите, может быть, он жив. Джай, спустись, проверь человека. Мы не можем его оставить. Осторожно. Эй. Ты жив, солдат? Чувствую себя так же, как выгляжу. Хорошо. Идем. Нет, не надо. Я не могу тебя оставить. Ничего. Не хочу вас задерживать. Не хочу, чтобы из-за меня погибли люди. Ты настоящий герой. Наверху я не догадывался об этом. Калифорния — мой дом. Я все отдам за нее. Теперь иди.
Эй, Кристин, надо держаться. Держись, хорошо? Что бы сказал Дрю? Спасем Калифорнию. Парень погиб как герой. Нам повезло, что мы его знали. Ну что, поехали дальше. Координаты верные? Да, полковник, верные. Помоги снять. Есть, сэр. О, боже. Это плохо. Твой выход, Депп. Сможешь восстановить, как было? Да, дай 5 минут. Сделаю. Боже, во что эти идиоты ее превратили? Господи, уйдет 10 минут. Что смешного, полковник? Вы в порядке? Да. Спасибо, вы спасли меня. Прошу, уходим. Здесь опасно. Иначе останемся навсегда. Идем отсюда. Да. Я готова. Идем. Этого должно хватить. Надеюсь. Будем здесь, сэр? Спроси доктора. Это ее шоу. Да, сойдет. Есть, мэм. Возьму детонатор. Толчки очень быстро усиливаются. Сколько до полной мощности? Пять минут на разогрев. Я должна знать момент удара S-волны. Подсчитай. Сейчас. Что там, док? Сейчас будет готово. Внимание, все назад! Нет, 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 нет. Что? Что случилось? Не знаю, не знаю. Дай подумать. Времени мало. Сколько осталось? Меньше 60 секунд. Быстрее. Сейчас просто доверься мне. Следи за временем. Помочь? Я справлюсь. Я верю, но торопись. Нажми эти 2 кнопки. 30 секунд. Отлично, готово? Не отпускай кнопки. 15 секунд. Деп? Есть. 2, 1, пуск. Мы остановили мега-землетрясение. Чего не радуетесь? Что такое? О, нет. Что это значит? Мы его не остановили. Пушка была повреждена во время землетрясения. 80%. Черт! Это дало хоть что-то.
Мега-землетрясения не было. Да, не было здесь. Перенесли в другое место? Точно. И где оно? Возможен новый очаг активности по пути наименьшего сопротивления. Я бы предположила, что... Лос-Анджелес. Отлично. Простите? Там все разрушено, люди эвакуированы. Землетрясение в разрушенном и пустом городе. Не совсем пустом, полковник. Моя... наша дочь... в Лос-Анджелесе эвакуируют жителей. Позвоните ей и скажите, чтобы она срочно уезжала. Все куда хуже, полковник. Весь разлом Сан-Андреас раскален. Если землетрясение произойдет в Лос-Анджелесе, это разорвет берег и разделит штат на две части. Надо что-то делать. Зарядить пушку. Нет, слишком рискованно. Если не получится, Калифорния и соседние штаты пострадают еще больше. Это плохо, плохо. Едем в Лос-Анджелес. Что бы ни случилось, мы должны быть там. Да. Время изменилось или осталось прежним? Еще 4 часа. Мы успеем приехать и уехать. Летим на вертолете. Джай, в машину, за птичкой. Есть, сэр. Слушайте, жители эвакуируют дальше, на восток. Как можно дальше. Прошу прощения. 4 часа до мегаземлетрясения. Ваш телефон? Нет, мой не работает. Это не мой. Пап? Слава богу. Ты уехала из Лос-Анджелеса? Нет, я здесь. Застряла в здании. Ищу выход. Спасаю людей. Уходи оттуда срочно. Почему? Что такое? Послушай, милая. Лос-Анджелес станет эпицентром мегаземлетрясения, которое унесет в океан все к западу от Сан-Андреаса. Сколько до мегаземлетрясения? Недолго. Поэтому уходи срочно. Пап. Нет, послушай меня, уходи сейчас же, если что-то случится. Ладно, обещаю. Как выберусь, сразу отправлюсь на восток. Моя девочка. Я люблю тебя. И я тебя. И я люблю тебя, милая. Мам, это ты? Да. Привет. Привет. Рада слышать. Ингрид, мы с папой пытаемся остановить землетрясение, но ты должна уехать из Лос-Анджелеса. Раз вы работаете вместе, то все серьезно. Уходи оттуда. Я люблю вас. И я тебя, милая. Люблю тебя, Ингрид. Все хорошо? Да, уходим срочно. Есть другой выход. На парковку, в гараж. Пожарный выход. Да, идем сюда. Итак, вот что мы сделаем. Сядем в вертолет и отправимся в Лос-Анджелес. По пути продумаем план. Нет, мы не полетим, пока не продумаем план. Подождите. Что там? Магматические процессы ускорились после применения пушки. Дебора, разлом. Толчки все еще на поверхности, верно? Да, глубина та же. Не сработает. Нужно пробовать, Ян. Может, сделать вулкан из смоляных ям? Линия разлома рядом со смоляными ямами Лабреа. Можно добраться до магмы. Если создать вулкан, то... образовавшаяся лава потечет в разлом и закроет его. Именно. Мне нравится. Да, и мне. Только магма в этом месте должна быть жидкой. Почему? В жидкой лаве больше газов. При высвобождении они препятствуют взрыву. Взрыв нам не нужен. Нет, не нужен. Похоже, это то самое место. Да. Лава жидкая, магма жидкая. Наконец, повезло. Да. Не хочу сбивать настрой. Но как вы собираетесь создать вулкан из ничего? Вопрос на миллион. Так, мощности пушки хватило бы, чтобы вывести магму на поверхность, но
Она сломана. Долго ее ремонтировать? Долго. У Калифорнии времени нет. Это не вариант. Вы же военный инженер. Верно. Можно поднять магму с помощью взрывчатки? Думаете, нам запросто выдадут столько взрывчатки, чтобы создать вулкан по звонку? Ну... Есть протокол, иерархия. Может, они проявят снисходительность перед лицом катастрофы. Тебе лучше сбавить тон, штатский. Хватит. Мы же одна команда. Молчала бы, женщина! Ты добивалась моей отставки с того дня, как министерство забрало твое устройство. Простите? Да, это так. Думаешь, я не видел твоих писем и сообщений? Я уже не говорю про интервью. Я не смогу убедить командование помочь тебе, так что отстань. Подождите. Мне? Мне? А для кого я это делаю, Локнер? Для тебя, полковник. Хорошо, да. Я злюсь на Министерство обороны за кражу моего устройства. Министерство оплатило твое устройство. А затем украло и изменило его против моей воли и вопреки советам научного сообщества. Вы превратили его в оружие. Мы пытались решить проблему. Вы пытались убить тысячи людей. Их кровь была бы на моих руках. Не этого я хотела, создавая устройство. Сейчас мы можем забыть прошлое, если вам предоставят нужное количество взрывчатки. Локнер, мы можем спасти миллионы. И вы компенсируете все, что я потеряла. А потеряла я много. Работу. Семью. Но я готова обо всем забыть. Если вы достанете взрывчатку. Можете ее достать? Достанете боеприпасы. Нужна фугасная бомба Blue-117. Ее вес 900 килограммов. Как ее достать? Я позвоню. Хорошо. Сбросим заряд на нужную глубину. Дистанционно взорвем. Думаю, это сработает. Наверное, вы разбираетесь, доктор. Верно. Думаю, ударная волна может пройти всего на 30 метров. Но магма достаточно вязкая. И этой волны должно хватить для того, чтобы выдавить эту магму в разлом. Мне нравится. Хорошо. Ладно, я позвоню. Спасибо, полковник. Готов грузить пушку, сэр. Пушка остается, лишний вес ни к чему. Но, сэр... Выполнять. Когда это дерьмо закончится, вернемся и заберем ее. В ней 100 килограммов. Все на борт. Ура! Всегда хотела это сказать. Быстрее! Идем, Деп. Да. Одну минуту. Не бойтесь, мэм. Вы в надежных руках. Я уже это слышала. Извини, привычка. Ты переживаешь больше меня. Сейчас проверим. Джай, сделаешь, как положено? Так точно, сэр, без проблем. Нужен кран средней грузоподъемности на твердой основе и блок дистанционного подрыва. Подвесим бомбу, закрепим локатор и установим глубиномер. Получим все вовремя, проблем не будет. 166-я эскадрилья морской пехоты, капитан Фиск, прием. Полковник Рекс Локнер, прием. Танго, танго, Ромео, Сьерра, 1796-4, Зулу. Идентификацию подтверждаю. Линия безопасна. Чем могу помочь, полковник? Нужна авиационная бомба Blue-117 направленного взрыва, нисходящего радиуса.
кран средней грузоподъемности, а также... Похоже, мы успеваем. Да. Представь эту дорогу на машине. Тогда не успели бы. Никогда не думала, что буду признательна военным, но признаю, что они молодцы. Серьезно? Да. Я же говорил, нормальные парни. Вы дозвонились до дочери? Да. Мы говорили с Ингрид. Я попросил ее уехать. Надеюсь, она послушается нас. Я тоже. Я проверила цифры доктора Франклин. 4 часа – это оптимистичный сценарий. Спрыгнуть мы точно не сможем. Мы не можем вернуться тем же путем. Нет, там все рухнуло. Я должна была быть не здесь, на севере, с друзьями. Сейди, Сейди, успокойтесь. Мы должны быть вместе. Мне нужна ваша помощь, а вам — моя. Мы выберемся. Ясно? Верите? Хорошо. Ждите здесь. Я сейчас вернусь. Есть идея. Ясно? Хорошо. Мы не сможем спуститься по лестнице. Она не для этого. А чтобы перебраться туда. Поможете? На три. Раз, два, три. После вас. Все готово? В пути. Мы готовы. Отличная работа, полковник. Можно ли как-нибудь ускориться? Нельзя опоздать. Времени мало. Не хочу мучить птичку. Мы не провели ТО перед вылетом. Возможно, землетрясение ее повредило. Мы быстрее любого автомобиля. Уж поверьте. Есть семья в Калифорнии? Нет, сэр. Друзья, которых боишься потерять? Боишься, нет, сэр. Ну а если бы были, ты бы сделал все возможное, чтобы спасти их от катастрофы. Конечно. У меня дочь в Лос-Анджелесе. Я не смогу жить, зная, что мог спасти ее, но опоздал на пару минут. Хорошо. Я понял. Спасибо. Спасибо, сержант. Держитесь! Я говорил, возможны повреждения. Держитесь! Вам не понравится. Давай же! Держись, Кристин! Держись! Деб, ты в порядке? Господи. Деб, ты цела? Да, да. А ты? Да. Кристин, где Локнер? Локнер! Джай! О, слава богу. Это не первая рухнувшая птичка, док. Нет. Я же сказал, нельзя ускоряться! Мне жаль. Я думал, ты можешь выполнить свою работу. Я летал на птичке годами. И предупреждал, что нельзя увеличивать скорость. Я пытаюсь спасти свою дочь и добраться до Лос-Анджелеса. Все шло хорошо, пока ты не заставил меня закрыть глаза на мой профессиональный опыт. Нам повезет, если доберемся до Лос-Анджелеса и успеем спасти твою дочь. Что ты сказал? Эй, парни, не ссорьтесь. Все зашло слишком далеко. Тише, солдат. Это приказ.
Он хочет спасти семью. У меня дома жена и две дочери, я понимаю. Но, сэр... Никаких «но». Мы разбили чертов вертолет. Думаешь, это хоть раз останавливало меня за все годы службы? Все выглядит безнадежно, но самый темный час перед рассветом. Не время затевать драку, когда нужно спасать людей. С этого момента вы занимаетесь сейсмологией, а я тем, в чем я разбираюсь. Идет? Идет. Ладно, поищу машину. Остановим землетрясение. Да. Кажется, я видела что-то там. Боюсь, мы не сможем найти машину. Все эвакуировались. Нельзя отчаиваться. Мы спасем Калифорнию. Может... Говорите. Может, пора подумать о себе? Вдруг времени не хватит? Ты же не это имеешь в виду, Кристин? Что, если мы не найдем машину? Мы принимаем удары толчков... И они замедляют нас. Выброси эти мысли из головы. Мы найдем машину, доедем до Лос-Анджелеса, спасем Ингрид. А если нет, Вернер? Посмотри, что от нас осталось. Был отличный план, но он провалился. Не хочу умирать. Кристин. Просто Дрю... Я... Кристин, послушай, день был тяжелым. Это еще мягко сказано. Возможно. Но ты знала Дрю, я его знала плохо. Но будь он здесь, как бы он поступил? Как? Продолжил битву. Он очень любил Америку, любил Калифорнию. Он сделал бы все, чтобы ее спасти. Он отдал жизнь, и мы должны продолжать. Я знаю, тебе страшно. Нам всем страшно. Мне никогда так страшно не было. Но нельзя позволить страху нас остановить. Мы спасем не только жизни миллионов калифорнийцев, но и наши жизни. Ради Дрю. Ради Дрю. Народ! Я нашел то, что вам понравится. Что там? Сюда, покажу! Готово. Теперь вы. Не могу, не могу, нет! Я держу вас. Ладно. Продолжайте. Сейди, ползите. Не могу, не могу. Сейди, вперед. Не могу. Господи. Ну же, Сейди, вы сможете. Почти все. Смотрите на меня. Вперед. Я смогу. Сможете, Сейди. Вот. Я же говорила, сможете. Пойдем отсюда. Ключей нет. Я могу помочь. Пожалуйста. Все будет хорошо. Похоже, так и будет. Да. Что у нас? Что? Я выросла на юге Чикаго.
Как после бомбежки. Даб, сколько у нас времени? 57 минут. Нужно бежать. Когда будет вертолет со взрывчаткой? Уже летят. 10 минут. Это форшок или мы опоздали? Проверим ямы. Даб, есть изменения? Пока держимся, но толчки продолжат усиливаться. Надеюсь, вертолет сможет долететь. Я тоже. Смоляная яма Лабре. 55 минут до мега-землетрясения. Работаем с тем, что есть. Какая глубина? Где-то 4 метра. Трещины гораздо глубже. Сэр, сколько ждать? Они далеко? Нужен просвет не менее 2 километров. Не из-за радиуса взрыва, а из-за оставшихся конструкций. Они могут рухнуть на нас. Дальше! Дальше! Лети дальше! Стой! Стой! Хорошо! Убийца мегаземлетрясения. Помоги мне, сержант. Отлично, всем отойти. Вертолет садится. Думаешь, Ингрид могла... Она уже далеко. Я надеюсь. Нужно переместить взрывчатку. Все было в вертолете. Да. За все годы обучения, исследований и научных открытий, я пришел к одному выводу. Какому же, Вернер? Толкать вместе. Куда толкаем? На дно ямы, на дно. Прямо сюда, на край. Давай, 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 давай. Давай! Где мы? Когда много ремонтных работ, мы ремонтируем в других мастерских всякую мелочь. Вроде хаммеров, самолетов. Не понимаю, о чем вы. Умеете им управлять? Да. Немного. В смысле немного? Я еще не сдала все экзамены. Либо на нем, либо пешком по земле. Идем. Так. Надевайте. Ладно. Все хорошо. Отлично. Готовы? Да. Так. Землетрясение что-то сломало. Сейчас посмотрю. Толкайте. Интенсивность увеличивается. 2, 3, толкай! 20 минут. Еще! Прямо на край разлома! Прямо на край, сюда! Давайте еще! Хорошо, стоим. У нас 20 минут.
Все готово? Почти. Все. Готово, сэр. Вроде порядок. В график укладываемся. Слава богу. На кону миллионы жизней. Да, не дави. Не давлю. Это безумие, но если выживем, давай мы с Ингрид вместе поужинаем. Что скажешь? Думаю, ей понравится. Эй, смотрите. Это то, что я... Локнер, а если ракета упадет в лаву? Быстрая, безболезненная смерть, гарантирую. Ребята, нам нужно срочно подняться. Узнали, в чем дело? Готово. Итак, уже летали на вертолете? Нет, но люблю американские горки. Это на них не похоже. Я же сказала, что вытащу вас. Да. Порядок? Да, уже победа. Сейди, вы мой штурман. Около вас компас. В каком направлении мы летим? На юг. Юг. Хорошо. Если летим на юг, то запад... Господи! Извините. Ничего. Мы хотя бы не на земле. Да... Сюда. Что? Я тебя подсажу. Нет, нет. Если я упаду, то... Ты не упадешь. Давай, подсажу. Ладно. Давай, я держу. Хорошо. Тянись вверх, отталкивайся ногами. Ладно. Отталкивайся. Держись. Отлично. Кристин, ты следующая. Давай. Ногу. Да. Я тебя подсажу. Давай. Да. Давай. Отталкивайся ногой. Давай. Держу. Локнер, теперь вы. Пора уходить. Пора уходить. Готовы? Два, три, пошел! Давай. Что ты делаешь? Только один из нас выберется. Эй, моя дочь в Лос-Анджелесе, я должен ее спасти. Ты нужен дочери. Я останусь здесь. Послушай, мы теряем время, споря. Я тебя подсажу. Брошу тебе детонатор, затем ты меня вытащишь. Идет? Так. Хорошо. Можем? Да. Готов? Раз, два, три! Давай! Давай, Джай, бросай детонатор! Джай! Нет! Что же теперь делать? Подождем, когда бомба упадет в лаву и сделает свое дело. Мы не можем просто ждать. Что ты делаешь, Ян?
то, что обязан. Она должна сработать в нужное время, или все напрасно. А как же Ингрид? Найдешь ее без меня. Депп. Я воспитывал ее один последние годы. У тебя появился второй шанс. Теперь понимаю, почему наша дочь пошла в армию. Да. Она вся в тебя. Кристин, займешь мое место в центре данных. Верь в себя, хорошо? Я верю. Ты готова. Полковник Локнер, это был адский день. Благодаря вам и Джаю у нас получилось. Я это ценю, сэр. Вы отличный солдат. Спасибо за службу. Спасибо. Сколько осталось? 60 секунд. Вам пора бежать. Доктор Вернер. Да. Вы хороший человек. Спасибо, полковник. Стой, стой! Депп. Я люблю тебя. Что? Ингрид! Пап! Вылезай скорей! Ингрид! Давай, друг! Малышка, как ты нас нашла? Скажи! Ты же сказал бежать на запад. Я пролетала над смоляными ямами, увидела вертолет и решила проверить. Нам повезло. Еще бы! Смотрите! Кажется, получилось. Фильм переведен и озвучен специально по заказу Creative Arts Media.